41-летняя Екатерина Климова разоткровенничалась о своей непростой личной жизни. Звезда сериала «Молодежка» призналась, что пока не обрела гармонию на любовном фронте. Актриса в прошлом году развелась с третьим мужем, своим коллегой Гилой Мески. Екатерина не грустит из-за этого события, а ищет позитивные стороны. Она смогла больше времени уделить матери. «Благодаря тому, что в личной жизни сейчас пустота, я смогла осуществить давнюю мечту моей мамы, поехать вместе на святую землю, ходить с ней за ручку, разговаривать ночами, секретничать, в общем, снова вернуться в детство, когда не было еще ни мужей, ни детей, ни десятков ролей», — отметила Климова. Звезда много работает, чтобы обеспечить четверых наследников. Ради них она жертвует своими интересами и временем. Брюнетка призналась, что изначально не планировала становиться многодетной мамой. Каждый раз была не готова. Новость о том, что стану мамой, заставала врасплох. «Многодетность не была целью жизни, но раз так случилось, мой выбор очевиден», — подчеркнула Екатерина. Она не исключает, что в будущем усыновит ребенка. Климова уточнила, что ее дети поддерживают отношения со своими отцами. Она не ограничивает их в общении, которое происходит на любой территории. Артистка заявила, что не говорит о бывших возлюбленных в плохом ключе. «В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе, и каждый выбрал свой путь. Можно я отделаюсь дежурной фразой? Не сошлись характерами». Три раза, указала Екатерина в интервью «Каравану историй». От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, у звезды есть 17-летняя дочь Елизавета. Екатерина почти 10 лет была замужем за актером Игорем Петренко. Они воспитывают двоих сыновей, 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. В 2015-м Екатерина сыграла свадьбу с Гилой Месхи, которому в тот же год подарила дочь Белу. Климова вышла в свет вместе с бывшим супругом через полгода после развода. Актриса устроила сексуальную фотосессию в ванне с пеной. Младшая наследница Екатерины засветила маму в бикини.